Здравия вам, уважаемые, с вами канал Автокаша. И сегодня у нас столь замечательную, холодную сибирскую погоду. На обзоре этот замечательный автомобиль Audi A4 в кузове B7 с двигателем 3.2, 2007 год, блин, уже вот рестайлинг последний, выпускали с 2004 по 2007, вот она, самая последняя малышка из B7. Посмотрим, что вообще этот автомобиль из себя представляет. На самом деле Audi является конкурентом A4 Mercedes, C-шки 203 кузова и BMW E46. Дизайн прикольный, как у всех немцев. Дубасит тачка нормально. Жару выдает. В принципе, мы вам покажем. Да и так по превью вы однозначно это видели. Погода просто сумасшедшая. Я думаю, что можно посмотреть автомобиль внешне. Он очень симпатичный. Мне на самом деле раньше не нравилась жопа у этих аудюх. Но когда я поездил некоторый период времени, и в принципе и за рулем, и за машиной, я понял, что жопа очень симпатичная. Вместительный багажник задний. Сзади очень много места. Есть у нас бронепровода, чтобы вдруг завести машину. Запасочка полноразмерная. На здоровенных широких дисках много отсеков. Ручка, конечно, неудобная, но закрывается легко. Я думаю, нужно открыть капот, посмотреть, что у нас под капотом. Как я уже сказал, это 3.2. Дурной мотор, 256 коней у этого автомобиля. Как обычно, на всех немецких автомобилях есть палочки специальные в виде амортизатора. Не надо эту палку ставить, все нормально. Я думаю, стоит позвать хозяина автомобиля. Пускай немного нам расскажет о этом V6 3.2. Прям монстр такой небольшой. Да, это не супер такой какой-то там 4-литровый или там 5-литровый мотор, но дури здесь достаточно. Руслан? Здравствуйте. Руслан, ну, расскажите, что побудило на покупку этого автомобиля? Ну, начну с того, что подходила зима, хотел полный привод. Тут подвернулся вариант, что у меня просто никогда не было полного привода зимой. Вот и решил, Audi попалась. Никогда не было. А из немецких машин были все, кроме Audi. Вот решил, да, взял. То есть я знаю, у тебя был Mercedes, было, да, BMW, и вот ты решил, да, заморозить. У меня в семье еще одна BMW есть. Замечательно. Ты прям любишь немецкие автомобили. Да, есть такое. Хорошо. Момент по двигателю. Расскажи, что есть какие-то проблемы, болячки? Да, вот в этом кузове. Наверное, я так думаю, это, наверное, самый проблемный мотор. Вот это 3.2, да, литра, 3.2, да? V6, просто он любит очень бензин, который качественный бензин. А ну, в нашей Сибири, так сказать, его очень редко найдешь. В Питере, в Москве, может быть, и есть где-нибудь хороший, но не в Сибири. А-а-а. И когда он плохой бензин у него попадает, он начинает сам себя убивать. Да, ну то есть ты заправляешься конкретно только 98-й. Только 98-й, то еще ищу специально либо Лукойл, либо Топлайн. На Газпроме я стараюсь не заправлять этот мотор, потому что такая отвление, рекламка небольшая сейчас компания. По ходовой части есть какие-то проблемы? Вообще никаких. Пока вот за мои 3 месяца и владею, еще ничего не это. И загонял, сколько смотрел, то есть там довольно все просто. Ну, здесь многорычажка, алюминиевые рычаги, в принципе, да, да, как на всех аудюхах. Машина вроде бы взбитая, но в тот же момент она остается мягкой. В принципе, понятно. У этого автомобиля, у этого мотора конкретно есть такая же проблема, как и на всех других моторах. Бывают задиры. В принципе, да, я уже знаю, что ты поменял мотор. Да, уже поменял. Поменял мотор, поэтому любите свои машины, меняйте моторы и дубасьте дальше. Момент такой, расход масла на старом двигателе. На старом двигателе расход масла был 8 литров на 1000 километров. 8 тысяч! Ой, 8 литров на 1000 километров! Просто вдуматься, заливаешь в бак сразу же с канистрой масла. Да-да-да, именно так все и было. Примерно так и было. Может, ты его поэтому убил, нет? Просто масло переливал туда. Нет, я просто в один прекрасный день понял, что мне надоело заливать и бензин, и масло в одно и то же время, и я решил, надо покупать мотор, и зимой не париться. Ясно. Короче, об этой тачке надо не разглагольствовать, на этой тачке нужно ездить. Но сначала мы перейдем в салон и посмотрим по оснащению в салоне этого автомобиля. Собственно, мы за рулем этого автомобиля B7.
дури здесь достаточно. По техническому оснащению, ну, я скажу свой негативный момент на самом деле. Мы ездили на Audi A6 97-го года. Если честно, мне показалось, что там по интерьеру было немножко повеселее. Ну, как-то такое мое мнение. Вот так же, как и в BMW, у Вага есть такой отголосок в 80-е годы. Вот эти вот кнопочки, маленькие экранчики. Машина 2007 года. То есть, как бы, ну, для меня негативный немного момент. Начну с этого, не знаю почему. Но вот приборочка очень информативная и удобная на самом деле. Нравится. Дисплейчик есть, бортовой компьютер. Умывачку надо добавить. В принципе, все удобно. Все в стиле Вага сделано, 4 кольца. Все, ты властелин колец, владеешь этим автомобилем. Ну, по салону на самом деле все простенько. Есть различные полочки, отделы, подстаканничек есть. Обшивочка вся мягкая. Кнопочки, конечно, все простенькие. Ну, я думаю, что все-таки это категория C-класса автомобилей. И к таким прям разрядам мы не будем придираться, к таким местам. Автомобиль уже поездил у нас. Поездил он у нас порядка 200 тысяч километров. Зеркало с автозатемнением. Сзади места у нас немного. Реально немного места. Хотя сами сиденья, они удобные. Но секисом заниматься, мне кажется, будет неудобно сзади. Я даже пробовать садиться не буду, потому что я и так, в принципе, вижу. Есть такой вот подлокотничек еще. Он поднимается вверх. Здесь еще вот полочка есть дополнительная. Можно, если подлокотник мешает, убрать его в сторону, вверх отодвинуть. Заморочились уже, установили сюда магнитолку гудиновую. Вот такой вот у нас ключик от Audi. Выкидушечка. В принципе, как и все остальные ключи, естественно, значок Audi владелец. Но это уже на усмотрение каждого человека. Audi — это более молодежный на самом деле автомобиль. Полный привод, на нем нужно наваливать и дубасить. Собственно, чем мы сейчас и будем заниматься. Ух, ё, как она подрывает, а! Я как маленький ребенок с маленькой игрушечкой, который в возрасте 7 лет просит: папа, папа, купи мне вот эту машинку. Папа тебе покупает машинку, и ты понимаешь, что в твоих глазах он бог, потому что ты самый лучший пацан на районе, у тебя самая крутая тачка есть. Какой дурной звук-то у нее. Воу-воу-воу-воу. Слушай, ну здесь лед прям вообще, это хрен навалишь. Я прям чувствую эту машину, ну, реально. Вот садишься в некоторые автомобили, и ты не понимаешь, что за машина, ты не чувствуешь. А здесь ты прям чувствуешь автомобиль. Рулежка на высоте. Чуть влево, чуть вправо, машина сразу отзывается и поворачивает в нужную сторону. Полный привод дает о себе знать. Сейчас именно как раз в заснеженную погоду, в бурю, в метель, в гололед вывозит она. Достаточно хорошо. Мы сейчас так в пробку попадем. Коробками они оснащались как автоматами ZF, так и шестиступенчатыми механиками. Audi отказались от пятиступенчатых механик и перешли на шестиступенчатые механики. С механикой как таковых проблем не будет. Меняй сцепление там через порядка 150 тысяч километров и езди дальше. А вот с автоматом есть некоторые затруднения, как в принципе и со всеми ZF-ами и со всеми 7G-трониками. Фу-фу-фу. Даже не на большой скорости, при натаплении на педальки ты получаешь заряд бодрости. Ёптить, моптить, ни хрена себе мозг будоражит. Можно в течение 5 минут добавить ей еще кобыл, чипануть автомобиль. Составляет это порядка там 5000 рублей, этот чип-тюнинг. И будет у вас 320 коней. Как, в принципе, наверное, хозяин автомобиля хочет заморочиться с этой темой, как он уже сказал. Спасибо, кстати, нашему подписчику Руслану за предоставленный автомобиль. Вот нравятся мне немцы, они настолько понятны, все автомобили. Да, возможно, что
Я просто всегда езжу на немцах и люблю немцев. Ну, все в них понятно. Если ты даже не ездил в автомобиле, ты поймешь, что нужно сделать. Зимой нужно иметь полный привод в виде Audi. 60% на жопу, 40% наперед распределяется мощность. Я просто, у меня нет слов на самом деле. Я не ожидал получить такого драйва, таких впечатлений, таких эмоций от этого автомобиля. Как будто у нас просто топ под капотом какой-то находится. Обидно на самом деле, что есть ресурс у двигателя, и он быстро кончается. Но оно того стоит. Реально. Этот автомобиль не создан для того, чтобы рассказывать, что где-то хорошо, где плохо. Он дарит большое количество эмоций, и это стоит денег. На самом деле, денег по обслуживанию автомобилю, как уже сказали ранее, с коробкой и с двигателем. За эти эмоции нужно платить, в принципе. Ну а на этом все, с вами был канал Автокаша. Ну а мы будем дальше наваливать и жарить на этой аудюхе. Самый веселый, по-моему, из всех обзоров, который у нас был. Поехали! Она должна делать, и она для этого предназначена. Лед словил. Опа.